28 марта Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вместе с Федеральной службой безопасности сообщили о том, что идет активное обсуждение по поводу внедрения отечественной платформы eSIM, которая может стать альтернативой западных виртуальных SIM-карт. Пилотную зону планируют развернуть на территории научно-исследовательского института радио. Для ее тестирования смогут подключиться и операторы сотовой связи. От обычных SIM-карт eSIM отличает то, что она не имеет отдельного физического носителя, а заранее встроена в телефон. Появление такой системы связывают с активным развитием искусственного интеллекта и умных устройств. Как утверждают разработчики, подключение eSIM намного проще. Для этого потребуется только QR-код. А для смены оператора не нужно ездить в салон сотовой связи. Все можно сделать онлайн. На самом деле к этому давно шло, потому что тут вопрос импортозамещения в первую очередь. На мой взгляд, здесь даже не в потребительском рынке, не в потребительских услугах, а уже больше задача M2M, то есть это когда сим-карты используются не в обычных смартфонах, а в IoT, да, то есть Internet of Things. Одна из главных функций eSIM – загрузка в смартфон профилей операторов. А для этого используется зарубежное программное обеспечение. По этому поводу свои опасения высказали представители Теле2. В случае, если иностранные разработчики отзовут свои сертификаты, то активация новых карт будет невозможна. Поэтому многие операторы негативно восприняли эту новость. Вот как раз для этого и мы разрабатываем нашу отечественную платформу. В условиях непонятной вот этой политической обстановки, мне кажется, это... Лучше подстраховаться, скажем так. Развернуть российскую платформу планируют к 2025 году. Но многие представители этого рынка скептически относятся к предполагаемым срокам. Анастасия Уткина, Универньюз.